Привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о рекордной поставке электрокаров Tesla. Американская компания Tesla опубликовала отчет о проделанной работе. Так, выручка марки Tesla за четвертый квартал ушедшего года составила 7,38 миллиарда долларов, что говорит о росте на 2%. За указанный период производитель поставил своим клиентам более 112 тысяч новых электромобилей. Сообщается, что 2019 год стал переломным для компании Tesla. Отмечался высокий спрос на Model 3, и в результате было получено 1,1 миллиарда долларов за год. Кроме того, дальнейшее развитие бренда связывают с запуском предприятия в Шанхае. А за весь 2019 год компания Tesla выпустила более 350 тысяч автомобилей. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. До скорого!